И всем опять привет, с вами опять Катя, все еще без прозвища. Я думаю, мое имя подходит даже больше, чем какой-либо другой ник или еще что угодно, потому что Катерина в переводе с греческого переводится как чистая и непорочная, это именно то, к чему мы хотим привести этот мир. И для меня это немножко жутко. Ну и ладно. Я тут подумала то, что кажется, может быть, и одной нулевой зоны на сегодня маловато мне. Так что пойду в первую зону. Для нее мы используем эту карту льва, которую нам дал судья. И эти карты, они как бы открывают проход в зоны. Тут еще один кубик, если я захочу выйти. Да. А вот эльсиенцы. Эльсиенцы. Зефирные человечки, трудоголики. Твой стадин действительно полезен, если речь идет о транспорте, чтобы добраться до первой зоны. Если честно, я без понятия, почему эльсиенцев называют эльсиенцами. Ну, возможно, потому что тут написано эльзиен. На самом деле, тут этих станций штук 5, кажется. Вот дамьен. Почему тогда тех людей, которые живут в дамьене, не называют дамьенцами? А тех, кто в пентерии, пентерицами. Я этого не понимаю, ну да ладно. Эльсиенцы — это просто обычные, не знаю, люди в этом мире. Поезда уже долгое время не использую. Может, потому что у них только один поезд? Ладно. Я что-то хотел сказать, но забыл. Может, потом вспомнил, может, нет. Посетитель. Я М. Добро пожаловать в дымящиеся шахты. Я могу вас узнать? Ревизор? Нет, я Баттер. Я пришел, чтобы уничтожить нечистую силу. Вы Баттер? Уничтожить нечистую силу? Вы кто-то вроде пророка или, возможно, избранный? Ага, что-то вроде того. Я... Кто тебя прислал? Никто. Мой путь прокладывает Катерина. А, я ее не знаю. Может, она член высшего совета? В любом случае, это хорошо. Это значит, наши просьбы были услышаны. Сюда я разнесу тебе задание. Тут маленькая экскурсия. По Демьену. Вы в дымящихся шахтах Демьена, южной части первой зоны. Мы посылаем рабочих в глубокие туннели для добычи металла, освобождая дым в шахтах. Благодаря разнообразию инструментов мы можем поместить добычу в бутылки, которые королева посылает в другие зоны. Тут вообще немного все странно устроено, но работает. Остаток дыма свободно перемещается в воздухе. Наши легкие вдыхают и выдыхают его. Так и живем. Как первый из четырех элементов, он важен для нас. Потому что без дыма людям будет нечем дышать. А, вот вы где. Итак, в общем, как бы это сказать, где нечисть? Идем. Там в шахте много призраков, они становятся все более и более агрессивными. Но вообще-то будет лучше, если ты не будешь проникать в шахту, просто посетителям запрещен доступ туда. Так, вот что мы будем делать? Это заброшенный туннель, в который никто никогда не заходит. Но однажды один шахтер пошел туда.
но он увидел что-то странное, как он сказал, что-то необычное. В общем, я подумал, может, это начальник призраков? Значит, это твое задание. Если согласен, то тебе надо пойти в эту шахту и убить главу призраков. Тогда призраки исчезнут, и мы снова сможем нормально работать. Если бы все было так просто. Ладно, мы пришли. Есть вопросы? Нет. Замечательно, отлично. Туннели прямо вон там. Я подожду здесь. Но на самом деле там нет такого призрака, зато есть кое-что полезное, очень полезное. Так, кто это у нас? Неужели Катерина? Ее живописная марионетка Баттер. Ты руководитель призраков? Нет, конечно же нет. Я просто прохожу мимо, ровно как и дым, добывающийся в этих бледных металлических шахтах. В любом случае, я надеюсь, что то, что ты принимаешь за эктоплазму, будет найдено. Честно говоря, я весьма удивлен. Думаю, это один из тех, что называют своеобразными сферическими адонами. Сферическим адоном. Я старательно пытался узурпировать его, но, к сожалению, потерпел фиаско. Но, может, ты физически не слажен и попытаешься воссоединиться с этим духом? Вот. Адон Альфа присоединился к вам. Исключительно интригующий феномен. Признаю, я по-прежнему поражен такого рода метафизическими свойствами. Ладно, раз оно решило сопровождать тебя, я могу разве что посоветовать использовать его как можно продуктивно. Спасибо. Понял. Этот раз нет главы призраков? Извини, но боюсь, я должен ответить отрицательно. Ну, в общем, теперь у нас есть Альфа. Ах, ты вернулся. Ну так, ты убил главу призраков? Нет. Да там не было. О, правда? Вот черт, дерьмо. Кажется, мне придется позволить тебе войти в главные пещеры. Но, правило не позволяет. Ладно, думаю, это как раз-таки тот особый случай, что описан в 5-м параграфе. Так что, ладно, основные шахты справа. Туда. Окей, сперва зайдем сюда, и тут сундучок, и там что-то полезное, я не помню что. А, мы нашли счастливый билет. Ну, пригодится. Там призраки, они не дают нам спокойно работать. Плохие призраки. Но сейчас, в любом случае, у меня перерыв. Ну да. Что тут делаете? Вы ревизор? Нет, я не ревизор. А, да. Тут секретик. Мы нашли Джокера. Джокер — это воскрешалки. Так, ну тут еще эльсиенцы, можно с ними болтать, можно не болтать. Хорошие новости. Да, я уничтожу призраков. Ну, почти всех. В каждом коридоре призраки, будьте осторожны. А вообще, кто вас спустил сюда? Правила запрещают вход посетителям. Это особый случай, описанный в 5-м параграфе. Молчи. Дальше лампы не всегда работают, поэтому все выглядит одинаково, и шанс заблудиться очень высок. Не для меня. Покажитесь, дети нежити. Я голос прощения, что уничтожит ваше чатное бытие. Арр. Неловкое чувство. Будьте готовы принять мое кровище и правосудие. Музычка. Я говорю, тут классная музыка. Куперстик любят все. Я немного извиняюсь. Это у меня закончилось все время записи.
Ау. Короче, это все бандикампа новая. И мне пришлось по новой бежать, потому что мы уже побежали. Но там было немного, так что это не заняло много времени. Вот это. Тут мы берем свои сырки. Да, если использовать у них широкоугольник, то это что-то, что билетики. Остальное сражается со мной. Это помогает. Давай очистим других комнат. Давай. И еще раз сохранимся. Так. Еще сейчас кое-что сделаю. Погнали. Значит, тут у нас типа лабиринтик. Он небольшой и особо тут не заблудишься. Синий рабочий. Я работаю, чтобы быть производителем. Но вообще в английской версии он говорит, типа, я работаю, я продуктивный. Типа, да, я работаю, я продуктивный. Не пейте. Не помню. Есть какие-нибудь особенные свойства? В английской версии он говорит... Что он говорил? Что-то... Блин, я не помню, что он говорит. Короче, он каждый раз говорит про очищение. Там, когда начинается драка, он говорит там purification of progress. Все чистит, чистит, чистит. Мистер Пропер. Так, я еще немного отвлекаюсь, но продолжим. Вот что как у меня. Я еще помню, но есть резина спинта, а у меня пока все так все равно, так что просто подходит на меня. Да. Что ничего уничтожено? О, стоп. Там, кажется, было написано то, что альфа новый уровень. Да, у меня тоже новый уровень. А, значит, у меня еще какие-то атаки появились. Ладно, потом. А, вот один секретик тут. Потайная дверь. Тут есть сундучок с мясом и эльфиенцы, с которым можно поболтать. Слева потом. Зачем ты открыл дверь? Нас будут атаковать призраки. Уходи, пошел вон. Тут мы в безопасности, но нам придется выйти однажды. Когда закончится мясо. Пауза запрещает. Тех же голов, то что праздник такая. Что у меня появилось? Может, покончилось? О, альфа.
плечи. Альфа пока выгодно. Только нам. Лечиться можно и во время боя, но надо стараться ходы. И за то время, пока эти ходы восстанавливаются, мне могут по шее навалять. А это не круто. Что? Из дымящихся шахт? Да. Но она... Там же много призраков, там внизу. Да. Ты призрак? Нет. Тогда кто? Тебя прислала королева? Леди Дан? Никто из них. Но она... Ты знаешь, как сражаться с призраками? Ты можешь уничтожить их? Да. Вообще такой четкий. Да, нет, да. Да, нет. О, это было бы замечательно. У нас есть призраки в наших больших амбарах. Амбарах? Ага, да. Я тоже тут сидел. Хотя они только в этой зоне, по-моему, такие. В металлической ферме Пентели. В восточной части первой зоны. Наша работа – разрезание скота на две части и извлечение металлических валунов, образовавшихся в трупах. Интересно, у них коровы едят металл? Если некачественный металл выбрасывается, формируя нашу почву. Остальное очищается для изготовления инструментов и тому подобное. Наверное, это удобно, когда повсюду есть металл, из которого можно что-то делать. Из которого нельзя ничего сделать. Сидят коровы и опять переработают во что-то полезное. Это еще и мясо с этого будет. Вообще это странное место. Некоторые из них кладут в ящики и посылают в другие зоны, поэтому они получают инструменты и вместе с ними почву, как мне кажется. Возможно, все это ложь, чтобы они пахали целыми днями. Как первый из четырех элементов, этот элемент важен для нас. Потому что без металла людям будет не на чем ходить. Они будут вечно тонуть и тонуть. Там призраки в амбаре. Сначала я тоже должен зачистить шахту. Да, но амбары не такие уж большие. Было бы неплохо, если бы ты разобрался с ними. Скорее, королевский ревизор скоро прибудет. Поэтому не могут ты сперва разобраться с амбарами. Ладно. Ах, замечательно. Большое спасибо. Амбары находятся по правую сторону. Вообще они небольшие, ты увидишь это, когда закончишь это быстро. Хорошо. Я сейчас тут прикольная фигня. Она, правда, появляется только один раз. Может, это какая-то пасхалка? Мне кажется, я видел где-то уже эту рыбину. Может, в какой-нибудь старой игре. Я не знаю, может кто-то знает. Я предпочитаю работать здесь, подальше от дымящихся шахт, так как тут хотя бы есть чем дышать. Это все заговор. На самом деле мне нужен дым, просто они там работают. На самом деле это все заговор. Нам нельзя привязываться к животному, если оно так, то уже будет тяжело засунуть свои руки им внутрь. Действительно тяжело. Все тяжело. Эти шары, кучки обработанного металла, который будет послан в другие зоны. Они металлические. Крэп. Собираешься уничтожить призраков? Осторожно, королевский ревизор может прийти в любой момент. Линда Исман просит нас внимательно следить за питанием животных, чтобы производить высококачественный металл. Я, кстати, без понятия, кто такая Линда Исман. Может, королева? Не знаю. Надо сохранить.
И нажму на паузу, потом перезапущу. Буду писать еще подольше. И погнали. Так. Осталось 5 призраков. Один. Ой. Может немножко добавить. Он немножко посильнее. Еще у него появляются вот такие вот штуки. Это, наверное, сперва будет его, а потом эти штуки. Они только из призраков вылетают. О, уровень 3 достигнут. Лечение 1 получен. Кстати, о лечении. Надо полечиться. Когда я в первый раз играла, все казалось как-то посложнее. Сейчас что-то все как-то так быстренько и легко. Ну, еще один. Вообще всегда так. А вот и первые головоломки. А, какая-нибудь такая штука. Это начинается. А че еще? Уничтожено, 170 опыта получено. Серебряный. О, серебряный вход. Бар очищен. Ура! Удобно. Вообще в этой игре очень много всего удобно. Ау. Это титан. Я правда. Закрой свою пасть, жалкий придурок. Нет, я да. Долго он тут был? Я не знаю. Естественно, ты же ничего не знаешь. Я должен был об этом догадаться. Он уничтожит призрака. Из чего он взял, что способен уничтожить? Он считает себя лучше вас, даже королевы. Нет, я так не думаю. Заткнись, я ни о чем тебя не спрашиваю. Думаете, вы умнее других? Но вы же все одинаковые. Кстати, они не такие уж и одинаковые, хоть и все так говорят. В любом случае, это не важно. Призраки сотрут этого педанта. Вы думаете, он не выживет? Конечно, нет. Никто здесь не способен сразить призраков.
Конечно, кроме охраны королевы. Если бы ты чаще слушал, ты бы не вляпался в такое дерьмо. А кто тогда? Кто уничтожит приора? Я мог бы сделать это. А вы этого не заслужили. Так. Позаботьтесь о себе сами. Пожалуйста. Я покидаю вас. Я вернусь в Альму. Там, по крайней мере, люди повежливее. И не дерзят как-то. Пожалуйста, нет. Прощайте. Эх, и мою пыль. Вообще, в английском языке он что-то другое говорил. Ну, тут переводчики немножко постебали. Потом еще будут некоторые моменты. Нет, нет, я приказываю тебе. Пошел. Это приказ, иначе потеряешь работу. Я цивильный человек, а не ругайся. Блин, бедный эльсиенец. На него наорали просто ни из-за чего. А я, кстати, интересный момент. Тут... я немножко наспойлерю, но совсем чуть-чуть. Дедан, он будет в этой зоне как босс. И с него тоже выпадает карта, ну, чтобы идти в следующую зону. И с него выпадает карта рака. Я думаю, все, кто... хоть немного знают о знаках зодиака, особенно хомстаковцы, заметят то, что Дедан ведет себя как рак. Постоянно орет на всех, вечно всеми недовольный, все дела. Возможно, Мортис тоже хотел сделать его как рака. Ну, это моя теория. Блин, да на эти есть. Кто это был? Ты живой? Да, я живой. А призраки уничтожены, амбар чист. Тогда ты должно быть очень удачлив. Кто это был? Титан. Королевский ревизор. В смысле призрак? Нет. Королева не нанимает призраков. Он не один из них. Но он враг. Я должен его уничтожить. Нет, нет, не делай этого. Он посланник королевы. Я. Иди лучше в свои дымящиеся шахты и заверши задание. Пожалуйста. Кроме того, он в армии, никто не может туда попасть без надлежащего разрешения. Поэтому, пожалуйста, возвращайся в дымящиеся шахты. Ладно. Хоть бы спасибо сказал за то, что им амбары почистил. Я еще раз сохранюсь и еще раз установлю запись. Да, кстати, было вовремя. У меня осталось всего 1.5 минуты. Ну, я перепустила, все нормально, бежим дальше. Так, кстати, я как всегда. На самом деле, извлечение металлических волнов и срок коров не самое любимое занятие для меня. Но если я буду делать свою работу, то, возможно, меня отправят в Альму. И только мы все лечем с трупа, мы нашинкуем его и съедим мясо. Тяжело, тяжело. Говорят, поездам перестали присылать имена известных людей в последнее время. Страшно представить, что этого больше не будет. То есть раньше он был не единичкой, а тут было какое-то имя, например, там, Петя или Васика, или Федя. Было бы забавно. А, или может он имеет в виду название станции? Хотя, ну, в принципе, ничего из этого не нужно. Обратно в шахту. А еще нужно кое-что проверить. Может, мне даже нужно было вернуться в Демиген, чтобы убираться было быстрее. О, сейчас я пешком дотопаю. Просто были кубики, и если там вернуться немножко, там
тоже есть один кубик, который загораживает проход. Я не помню, он исчезает после того, как нам откроют проход туда, или после того, как я там дальше рычаг вырву. Побольше. Это приятно. 50 кредитов получено. Да, кубик пропал. Отлично. Я не зря топала. А тут уже будет темно. Призраки кругом. Карусный. Одноглазый. Призраки пирата. Одноглазый спектр. Слабая смелость. Вот это не пал, но похоже на них, так что. Орбит-дело. Это усилялки. Так, увеличивает ловкость. Если честно, я не знаю, что тут дает ловкость или сила. Наверное, будет эта полосочка с ходами быстрее заполняться. Не знаю. Пускай батар будет. Потому что мне кажется, он важнее, потому что он всех лечит и все дела. Опять же всякие там знаки зодиака. Или что это такое? Блять. Только я даже не знаю. Thank you.
Надо полечиться, надо полечиться. Держи, надо. Козерог. Да, воду. Вот это я точно без понятия, что он делает. Ну, пускай он будет у баттера. Баттер у нас паладин. У него будет поводу. Вот теперь у меня появилась атака металла. Наконец-то. Я извиняюсь. Точнее, мой живот заедет. Максимальная фото на 50. На самом деле это не существенно. Пускай улетит. Пустая лечит. Там, кстати, время прошло. О, как раз сейчас время закончится. Время, в общем, подошло вовремя, потому что спать хочу. Потому что, наверное, здесь я завершу прохождение. Да. Всем спасибо, кто посмотрит. Палец позвонить, поставить. И, да, всем заранее спасибо, если вы когда-нибудь здесь появитесь. И, да. Всем спасибо, всем пока.